Челябинске появилась новая аллея. В Саду Победы высадили яблони в честь присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Так, теперь давайте смотреть, насколько в центре оно у нас с вами. В центре? Ну-ка. Серега! В центре. Серега! Вот так вот. Да-да-да, чуть-чуть вот сюда. Ага. Все. Всегда будем помнить ту цену, которую мы оплатили за то, чтобы мы снова были вместе. И я надеюсь, что вот этот яблоневый сад, который когда-то расцветет, он будет цвести и напоминать нашим потомкам, нашим детям об этом событии. На аллее решили высадить саженцы сибирских яблонь, потому что они отлично подходят под уральский климат. На мероприятии собрались около сотни южноуральцев. Среди них общественные активисты, депутаты и чиновники. Мой вклад не только там, но и здесь, дома. Я хочу, чтобы все наши жители нашей области понимали, что просто даже моральная поддержка дорогого стоит, потому что людям, правда, там очень тяжело. Интересно, что яблоневый сад примыкает к аллее, которую ранее высадили в честь присоединения Крыма.